Всем привет, меня зовут Сергей Нео, и вы на канале Не Нуль. Захотел я собрать мотор из хлама. Покопался в гараже, и вот он практически собран. А между тем, у меня готовы фланцы. Эта магическая фраза говорит о том, что я бы мог сейчас собрать выхлопную систему на этом Эклипсе, которую я собираю уже третий год, или закончить сборку этого полноприводного турбового Тиброна, который уже как год точно я собираю. Но не тут-то было, против подписчиков не попрешь. И придется собирать этот самый мотор из хлама в гараже. Это не простой мотор, это квадро-турбовый мотор, на который я поставил, точнее пытаюсь поставить 4 турбины. Для того, чтобы продолжить мою безумную идею, мотор пришлось немножко подсобрать, то есть навесить на него все выпуклое навесное, которое будет где-то в районе выпускного, впускного коллектора, там, где разместятся 4 турбины. Этот проект мотора из хлама в гараже во многом зависит от вас, от подписчиков, от вашей поддержки. Я уже получил множество запчастей, турбины, масляные насосы, поршня. И мне еще пообещали недостающие компоненты, которые я указывал в предыдущем видео. Также я получил множество донатов на покупку кованых шатунов, за что вам огромное спасибо. Конечно же, большой поддержкой для меня и моего канала являются ваши подписки на канал, репосты видео, ну и те самые комментарии, о которых я так часто вас прошу. Головка блока цилиндров уже стоит на шпильках. Правда, из 10 шпилек у меня нашлось только 9. Так что, если у кого-то есть одна шпилька для блока 4G63, то, конечно же, попрошу вас ее мне прислать. Ну, как-то вот нет у меня одной шпильки. Кстати, еще нет гаек от арповских, от АРП-шных шпилек, что тоже было бы неплохо найти. Зато, порывшись в куче коробок, я нашел несколько прокладок ГБЦ. Вот оригинальная паранитовая, металлопаранитовая прокладка 4G63. Вот не оригинальная такая же прокладка. Это прокладка такого-то Эвика, а или, может быть, 69-го мотора. Что-то не помню, на чем у нас такие каналы. Ну, а вот эта многослойная железная прокладка точно от Эвика, и она прекрасно подходит для моего 4G63 мотора. И, в общем-то, на нем и останется. Саму головку блока я тоже немножко доукомплектовал. Она, конечно, еще не собрана внутри, и я ее еще буду разбирать полностью и собирать, чистить. Но уже с клапанной крышкой это все смотрится прям как настоящий мотор. Для того, чтобы начать собирать макет всей этой турбосистемы, я вырезал фланец, который стоит на выпускных окнах ГБЦ, и вырезал 4 фланца, которые будут подходить к горячей части каждой из турбин. Каждый раз зарекаюсь не использовать неоригинальные прокладки для того, чтобы вырезать фланцы. И в этот раз я поступил как раз против всех правил. Я вырезал 4 фланца для турбин по неоригинальной какой-то китайской прокладке. И даже почему-то не подумал, что она может не подойти. Вообще не надевается на этот фланец. Ну, то есть, как бы можно надеть, но для этого пришлось рассверлить отверстие во фланце. И теперь, в принципе, достаточно... Да, и теперь плотненько, не всегда, правда, но она встает на свое место, и получился такой фланец. Учитывая, что горячая часть турбины имеет вот такой небольшой шплинтик, который центрует картридж на горячей части, то есть его провернуть здесь нельзя, то я решил его оставить так, как есть, потому что иначе V-банд, который соединяет две эти детали, может расслабиться и картридж провернуться. Поэтому лучше я его оставлю. Но так как слив масла надо расположить горизонтально вниз, то при этом коллекторный фланец турбины придется расположить как-то под углом. Всю эту конструкцию я хочу располагать вот здесь. Соответственно, мне сейчас предстоит каким-то образом отцентровать все 4 турбины для того, чтобы они стояли
ровненько. Я думаю, я это буду делать по окнам ГБЦ, примерно соблюдая то расстояние, которое расположено сейчас между окнами. То есть расположить горячие части на то же расстояние, что есть. Но учитывая, что здесь находится ГУР, то придется немножечко каждую из турбин сместить. Ну, соответственно, влево, да, в сторону коробки передач. То есть не центрально поднимать, а вот с небольшим смещением. Возможно, я их буду разворачивать в пространстве. Не знаю, буду сейчас в процессе думать, как это сделать. Но первый вариант попробую такой. То есть сейчас надо соединить каждое из окон ГБЦ с каждой со своей турбиной. После этого уже как-то посмотреть, что будет со впуском. То есть сейчас соединяю горячую часть сначала. Выпускные окна на ГБЦ имеют овальную форму. Их размер примерно 57 мм на 40. А диаметр входа в горячую часть у турбины ВР-4, внутренний диаметр, тоже где-то в районе 40 мм. Раннеры горячей части от ГБЦ до турбины я начну делать из 50-51 трубы. Эта труба оптимально должна покрыть площадь выходного окна, при том, что площадь фланца, она немножечко больше, чем площадь окна ГБЦ. Ну, для этого обычно делают портинг этих окон. Как только я подумал, что дальнейший процесс становится скучным и неинтересным, жизнь сразу поставила меня на место. Все дело в том, что я до этого, когда примерял все эти турбины в воздухе, в общем-то, не обращал внимания на расположение различных выходов, входов, ну, точнее, примерно представлял. Самое главное, что я хотел, чтобы турбины были расположены холодными частями вперед. Ну, то есть это как бы было красиво, если навстречу вот так мотор стоял холодными улитками вперед. Но нифига подобного не получается. Пришлось турбины развернуть. И это внесло массу корректив в мой план. Самое главное изменение в этом всем плане то, что теперь мне вместо передних турбин от ВР-4 нужны задние турбины от ВР-4. Благо, что у меня несколько все-таки есть задних, несколько передних, и я могу ими варьировать. Но в чем же дело? Пока я ставил турбины впуском вперед, у меня как раз выходила горячая часть наверх, коллекторная часть вниз, и все было красиво. Теперь же, когда я развернул турбины наоборот, горячей частью вперед, горячая часть от передней турбины смотрит своей коллекторной частью вверх, а не вниз. Учитывая, что входы в ГБЦ, точнее выходы из ГБЦ у меня снизу, то как раз задние теперь турбины встали идеально подходящие под мой конфиг. То есть выходы из ГБЦ прямо уходят вверх во входы в турбины. И сетап сошелся. Правда, теперь я нахожусь в новом поиске. То есть я буду искать заднюю турбину от ВР-4, потому что в данный момент четвертую турбину, которая у меня стоит на этом макете, я взял из одного из проектов. Благо, что там турбины были на ребилде, на реставрации, и я смог от нее открутить безболезненно заднюю часть. Кстати, видос об этом моторе еще будет впереди, о переборке его, о реставрации. Ну, так что, как обычно, жду вашей помощи. Пишите комментарии, у кого есть задняя турбина. И, наверное, все-таки я не буду строить на стандартных аутлетах,
потому что у передней турбины аутлет был маленький, коротенький, хоть и чугунный, но достаточно легкий. А у задней турбины этот выход на выхлопную систему, на даунпайп, он огромный и, в принципе, тяжелый. А учитывая, что они разные, имеют разный фланец присоединения к турбине, то уж проще, наверное, вырезать этот фланец и сделать выход на выхлоп свой. Тем более, что я смогу сделать отдельно выходы на вестгейт, например, вверх, а выхлоп вниз. Так что, скорее всего, вот эту часть, аутлет огромный от задней турбины, использовать я не стану, родной. Но все может быть, сетап меняется прямо на глазах, в зависимости от того, что и как у меня устанавливается. Сами же турбины я установил с равными интервалами. Да, конечно, эти интервалы не такие, как между ГБЦ, но потому что, собственно говоря, турбины имеют больший размер, и я не могу их поставить так близко. Но я их отцентровал по сливу. То есть слив стоит на одной линии, а дальше турбины имеют наклон в одну сторону, и должно быть все в итоге выглядеть очень красиво. Ну а что же касаемо холодных улиток? Если горячие я все-таки поставил в стандартные шплинты, то есть сливом вниз и горячая часть к хаузингу турбины, картриджа турбины прикручена так, как на заводе, все правильно, то с холодной частью все-таки придется извратиться и убрать вот этот шплинт, чтобы развернуть турбины в другую сторону, потому что стандартно они бы смотрели вот так вот вверх. Вот, вот так закреплены все турбины в стандартном положении, в заводском, вот, наверное, на том шплинте, который в них есть. Но куда мне направлять впуск вверх? Мне его лучше направить куда-то вбок. Тем более, что, в принципе, вся эта конфигурация позволяет установить холодные части так, чтобы направить их параллельно друг другу, не мешая друг другу. Улитки расположены над ГБЦ, они холодные, ГБЦ не будет нагреваться, и в то же время каждый выход проходит один над другим и не мешает друг другу. Также каждый вход в турбину расположен так, что есть возможность провести общий пайп и собрать их, например, в один MAF или MAP-сенсор. Все выходы с турбин можно соединить также в одном направлении в один пайп, например, или в интеркулер направить, или оставить прямо напрямую, завести его в коллектор через те же 4 дросселя. Впускной коллектор будет располагаться вот здесь, дросселем как раз в ту сторону. Так что можно сделать либо короткий пайп, либо в любом случае через интеркулер и тоже достаточно короткие пайпы. Теперь, когда место расположения у турбины есть окончательное, то есть с этого места я, в принципе, их убирать не буду, и можно начать соединять выпускные окна ГБЦ с входными каналами на турбинах, но возникает вопрос оптимальности. Стоит ли соединять каждый цилиндр со своей турбиной, или стоит поступить несколько по-другому? Учитывая, что порядок работы цилиндров на 4G63 – это первый, третий, четвертый, второй цилиндр, мы можем соединить парами эти цилиндры, парные, которые друг за дружкой идут в такте, поджига и подать их в одну турбину. То есть, конечно, это не твинскролл, но это удвоит количество выхлопных газов, поступающих на каждую турбину. То есть мы можем соединить первый с третьим, первый со вторым, четвертый со вторым и четвертый с третьим. И эти пары будут в каждом последующем такте давать выхлопные газы на каждую из турбин, что, я думаю, будет намного оптимальнее одного пайпа в каждую турбину. Как вам эта идея? Напишите в комментариях, насколько вам кажется она адекватной и реализуемой. А я, в общем-то, займусь построением именно той идеи, как раз которую вы напишите в комментариях, либо по одному пайпу в каждую турбину из каждого цилиндра, либо по два пайпа в каждую турбину из двух парных цилиндров. Выбирайте в комментариях, и по этому пути мы будем двигаться дальше. Ну, я же начну искать новую заднюю турбину. Также, скорее всего, придется переделать фланцы. Но, в общем, работа есть.
А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Не забывайте про канал NeoFag, на котором я отвечаю видео-ответами на ваши комментарии. Да и вообще, пишите комментарии, выбирайте комментарий, на который вы хотите увидеть видео-ответ. Я его размещу на этом канале. На этом это все. Всем удачи, всем пока.